Работай не с потребностью с человека, а с тем, как он ее видит. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня мы с вами будем разбирать уже пятую главу книги «Нет. Лучшая стратегия ведения переговоров» Джима Кэмпа. И сегодняшняя глава называется следующим образом. «Как я покупал яхту» или «Как видение определяет решение». Самая основная проблема, это прямо вот действительно из всех проблем, проблемная проблема. Люди не умеют выяснять потребности. И по этой самой причине предлагают своим покупателям то, что, как им кажется, им бы подошло. Но в большинстве случаев, а я из риэлторского бизнеса, в котором я уже более 20 лет, видел такие ситуации практически каждый день. Человек, агент не выяснил потребность и побежал куда-то и что-то искать. И в конечном итоге, что бы он ни предложил, все не подходит. Поэтому, когда люди приходят ко мне заниматься, первоочередное, на что мы обращаем внимание, это на навык выяснить потребности. Благодаря которому мы понимаем желание человека и точно так же понимаем, что конкретно ему предложить. И вот благодаря тому, что люди научаются выяснять потребности, количество сделок у них увеличивается. Поэтому, если у тебя есть желание увеличить количество сделок, первоначально нужно понять, умеешь ли ты выяснять потребности. Если нет, приходи ко мне на консультацию, я дам максимально подробный пошаговый план действий, что нужно делать для того, чтобы выяснить глубинные потребности, благодаря чему впоследствии закрывать людей на принятые решения, подписывать с вами договор, передавать задатки, покупать объекты недвижимости. Чтобы прийти ко мне на консультацию, просто переходите по ссылке. И вот теперь давайте перейдем все-таки к главе. Я вот здесь изначально хочу зачитать вам один фрагмент, а перед этим скажу предысторию. Автор говорит: «Я в свое время имел желание купить яхту, а жена не имела желания купить яхту. Я задумался, почему?» И вот автор описывает, почему. Патти, так зовут его супругу, согласилась посмотреть варианты и вскоре обнаружилось, что если я видел классные суда, то она видела только подержанные. Я видел безопасные яхты по сходной цене, а она же подержанные. Я видел крепкие, она поврежденные. Я видел рыбалку, она грязную лодку, пахнущую тухлой рыбой. Вот, то есть получается, люди смотрят на один предмет, а видят его по-разному. И понимаете, какая интересная ситуация? Если у нас так происходит, что мы видим все по-разному, то получается, мы свои какие-то желания начинаем предлагать нашему оппоненту, а он-то видит это совершенно по-другому. И именно поэтому рекомендация будет в этой главе и из моей личной практики следующая. Я полностью согласен с тем, что говорит автор. Изначально важно знать, что людей побуждает на те или иные действия. На покупку квартиры, на продажу квартиры, на покупку машины, на увольнение с работы, на принятие решения прийти на эту работу. Сначала нужно понять, что их побуждает. А только потом принимать какие-то действия и делать предложения поступить так или иначе. Для того, чтобы это делать, я рекомендую, понятно, я всю схему вам выяснения глубинных потребностей не скажу, но самую основную слушайте. Вопрос звучит следующим образом. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, как вы это все видите себе? Как вы представляете это? Как это должно быть? И человек вам рассказывает то свое собственное видение, как он это хочет видеть, то есть как он это себе представляет. И вот здесь автор описывает, что я говорил просто о яхте, но когда жена видела вот это все, я у нее спросил: расскажи, как ты это видишь? И она говорит, мне говорит, там должно быть две ванные комнаты, четыре спальни, такая-то кухня, такая-то палуба. Все, она обрисовала мне то, как бы она хотела видеть эту яхту, и в конечном итоге яхта была приобретена. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые подписчики, когда вы знаете, как это может выглядеть, как это выглядит в голове вашего клиента тот или иной момент, вы понимаете, почему он хочет приобрести, допустим, именно эту квартиру и сделать ее в таком формате, вы применяете хороший инструмент, представьте себе. То есть вы заходите в этот объект недвижимости
и клиенту говорите: Иван Иванович, вы только представьте себе и рассказывайте то, что он вам говорил о своем собственном видении. Благодаря только этому инструменту вы уже сможете закрыть больше клиентов на принятие решения и увеличить свой доход. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезно, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом!